«Мы в ответе за тех, кого приручили». Словами Антуана де Сент-Экзюпери открывается передвижная фотовыставка «Лучший друг». На фотографиях изображения питомцев, которые пока живут в приюте, но мечтают о собственном доме. Сначала выставка располагалась в Струковском саду, сейчас переехала в парк Гагарина. Чтобы как можно больше людей увидели фотографии и захотели взять собаку к себе, как это сделала Анна Бессонова, волонтер проекта. Понятно, что в приюте их и кормят, и прививают, но им нужна человеческая доброта. Сотрудникам приюта не хватает столько уделить им внимания, сколько они нуждаются в этом. Волонтеры без устали рассказывают о каждом щенке, изображенном на фото. Самарцы могут приехать в приют и выбрать себе четвероногого друга. А могут просто помочь питомнику – кормом, медикаментами или игрушками. Каждый из них может найти себе достойных хозяев. И каждый из нас может как-то либо помочь им. Пока мы монтировали эту выставку, уже одну собаку забрали к себе. Сейчас в приюте 30 собак, у каждой своя судьба, чаще всего непростая. И каждая ждет, что когда-нибудь эта судьба изменится к лучшему. Мария Левина, Николай Епифанов. События.